Суициды в живом 3D-ше, конкретно суициды в живом 3D-ш комьюнити. Господи, я реально делаю видео на эту тему, но это неспроста. Во-первых, естественно, такое видео я не мог просто лайтово говорить веселым голосом под геймплейчики. Давайте сделаем тон более серьезным и более грубым, и это, естественно, не наигранно. То, что я такой радостный, это просто манера для видео, она была наигранной. А на самом деле, да, я просто провел опрос в сообществе. Типа, я знаю там двух людей с ГДК, которые хотели добровольно наложить на себя руки. Но я подумал, то, что их больше, и, может быть, я о них не знаю. И мне написали такой список, что я просто смотрю на них и просто поражаюсь. Я понимаю то, что большинство из них может быть вранье, несерьезно, но есть же серьезные случаи, поэтому вот этот вот запах смерти мне не очень нравится. Ну а также в конце видео вы узнаете о самом жестком случае, почему в принципе я решил записать это видео, и почему в принципе спросил об этом в сообществе. Но для тех скептиков, которые будут говорить типа, ой, что это такое, что это за тема, братан. Во-первых, тема для видео это для того, чтобы вам кучу всего рассказать. Во-вторых, осведомить о кое-чем важном. Так что да, а для других скептиков, которые, да блин, ну что это за суицид в 0 лет, ну чё ты нам втираешь? Ну ладно, братан, давайте тогда окунемся в статистику суицидов. Если мы посмотрим на статистику возрастов, которые чаще всего накладывают на себя руки, то это будут не подростки. Да, не подростки, все по-честному, это люди старше 80 лет. Почему? Ну потому что, во-первых, у них куча болячек, может быть, им надоела жизнь, вообще ужасно, может быть, их даже семья просто предала и завалила их в какой-то дом-интернат, и они там просто сидят на уколах, им ужасно, понимаете? Если они на это решаются, им действительно надоела жизнь, и у них жизнь это уже просто какие-то мучения, серьезно, представьте, старенький человек, сколько у него всего всяких проблем. Поэтому, да, он думает, то, что лучше я возьму сейчас, открою окно больницы и выйду с этого 4-го этажа. Ужасно! Ну хорошо, переходим к подросткам. 14 лет, возраст комьюнити, в принципе, средний. И 14-летний, как часто они, в принципе, совершают суицид? На 10 тысяч человек в мировой статистике 2 человека совершают суицид. То есть у моего канала примерно 30 тысяч человек, и получается 6 человек покончили с собой? Что за жесть? Что за жесть, я сейчас понял. Представьте, 6 человек, которые меня там слушали, чекали, они уже не живы. Вы скажете, ну это среднее. Да, это среднее. Может быть меньше, а может быть и больше. Что за жесть? Может быть 2, может 10. Это просто какая-то шок-инфа. А прикиньте, там подписчики Дольфи. Это сколько там, 60 человек? А прикиньте, видео самое популярное, ГДшер, разошедшее далеко. 600 тысяч получается там. Это получается что вообще такое? Это получается 120 человек, которые посмотрели это видео, зашли далеко и вышли просто там с крыши или что? Это статистика, типа вот она, прям вот. Вот приехали, да, ребят? Ну а теперь переходим к самой подборке. Итак, первый в нашем списке это Триаксис. Это создатель легендарнейших уровней Dear Nostalgies или X, или еще что-нибудь. Господи, ну это, естественно, легендарный креатор, который очень много лет назад ливнул. Но ливнуло не просто так. Сначала на все ГДК была новость о том, что он ушел из игры, и все начали как бы скучать по нему и так далее, жалеть, что это произошло. Но потом все изменилось. Он в интернете начал говорить то, что он сначала девушка, от чего все были в шоке на тот момент. Это сейчас уже не сильно удивляться такому поведению и такому решению, в принципе. Да, много лет прошло, многое изменилось, но тогда был это просто шок, особенно для детей. И потом оказалось то, что он еще и режется. То есть он пытался выпилиться. Но пытался он как-то очень херово, потому что теми порезами, которые он делал, он, в принципе, ничего бы, естественно, не добился. И это просто, не знаю, что-то у него не в порядке было с головой, ну, естественно, не в порядке. Если он начал позиционировать себя как бигендер, это разновидность трансгендера, и разбираться там и объяснять подробно, что это, не хочу даже вот это ужасные картинки у меня тут, этих людей, все хорошо. Следующий в нашем списке это Гиперкуб, и тут просто вместо упоминаний, вместо спойлеров, вы либо смотрели видео GD News, либо не смотрели. Если вы не смотрели видео GD News, то просто наберите Гиперкуб, GD News там просто офигенно, я даже слова не скажу об этом, потому что это спойлеры, но он
пытался совершить суицид и не один раз. Так что да, а если вы смотрели видео Года Ньюса, то вы в принципе и так все понимаете, мы его упомянули, идем дальше. Следующий, самый свежий случай, это RG. Что же случилось? Одним днем я просто просыпаюсь, все хорошо, все замечательно, и вижу пост в ТК-ГДК. Там были переведенные твиты RG о том, что он пытался выпилиться. То есть сначала у него были попытки какие-то в начале лета, но они далеко не уходили, он там в принципе рассказывал об этом только лучшим друзьям. Но потом он делает предсмертную записку в Твиттере и делает так, чтобы она как бы появилась раньше, чем он это сделает. И сделал он такое время, чтобы она появилась после его смерти. То есть он опубликовал, но только поставил таймер публикации. И функция не сработала, и эта записка ушла, как я понял, раньше, чем нужно. И то ли сестра, то ли друзья. В общем, из-за слива этой записки удалось все остановить. И его сестра просто с ним была в больнице по реабилитации. Во-первых, там психолог, невролог и так далее. В принципе, простой детский врач должен осмотреть, что за фигня, и что он вообще пытался сделать. Но они были в больнице. И немножко настораживает то, что, в принципе, единственное, что было, это фотка, где он сидит в коридоре какой-то поликлиники или больницы, или травмпункта, не знаю где. Типа, если что-то случилось, то он бы лежал просто в палате, и там было сделано фото. Но они в больнице с сестрой, как она сказала, смотрели «Университет монстров». Где они смотрели? В коридоре, получается, или что? В общем, единственная фотка есть. Я не говорю то, что это обман, но немножечко странно, просто сами подумайте. Твиттер, какая огромная площадка, и тут просто время публикации как-то ломается, и публикация происходит раньше, чем нужно. Просто те, кто делали это на Ютубе, ВКонтакте, вот эти заранее публикации, сколько раз это ошибалось. Но все-таки, несмотря на эти странности, я думаю, то, что он реально хотел что-то сделать, потому что просто так на ровном месте RG, я его нормально знаю, я интервью брал, он мне с демон-листом помогал, мне там разбанивали благодаря ему, и я думаю, что он такой ерундой бы не стал заниматься, но, возможно, эта история приукрашена, и, возможно, он, в принципе, специально выложил эту записку раньше, и специально ничего даже не делал, просто ему нужна была поддержка от людей, он хотел посмотреть, как все на это отреагируют, и он получил это. Если это так, то хейтить не нужно, если это не так, то тем более не нужно, в любом случае человеку нужна была поддержка, и он ее получил. Итак, следующий, это опять же свежий известный случай, который обхватил вообще весь Твиттер, это Криспи. Это такая креаторша, которая оказывается креатор, опять трансы, как это мерзко чисто для меня. Ну хорошо, в общем, он играл, получается, в ГД, строил уровни, получал креатор поинты, и все этим недовольны, потому что уровни такое себе, скилл не апается, да или не хочет апаться, потому что какие-то уровни на коленке, и роптоп это все оценивает, потому что креатор известный и так далее, все мы знаем, и хейт получает не роптоп, а Криспи. И Криспи на это просто ливает СГД, говорит, построю последний уровень, и группа людей Твиттера решили то, что Криспи суициднится. Но нет, ни хрена, через 6 часов все нормально сказала, да, или сказал, но суицида не было, непонятно откуда они взяли, но упомянуть стоило. Spirtex. Интересная история просто. Spirtex, сами знаете, всегда воевал с РК, ему что-то не нравилось, в принципе, в интервью я у него это все выяснял. И потом случилась такая вещь. Очередной какой-то непонятный скандал, который настолько частый, что я его даже не заметил, я до сих пор не понимаю, что случилось. Но он пишет в сообществе своего канала, типа, ставит дату августа, мол, он суициднится. Скрывает все видео и отвечает там в комментариях кому-то то, что не переживай, я уйду, типа. Да, уйду из жизни. Я такой, блин, ну, Spirtex любит ерунду какую-то делать, но вдруг реально вот так вот. И, слава богу, ничего не случилось, ничего не произошло. Все видео вернулись, депрессия, видимо, кончилась. Но, что я хочу подметить, показательный момент. Spirtex, либо ты смотришь это видео, либо не смотришь, либо тебя скинут. Смотри, вот ты не любишь РК, да? Не контактируешь с ним, стараешься избегать. Английский язык везде, все приоритет и так далее. Ты все это стараешься делать. Да, тебя там любят в англ комьюнити, тебя там любят даже больше, чем в РК. Но в тот момент, когда ты писал про суицид, в комментариях под этим постом были только русские. Угу.
Следующий, Crazy Pete, старый контент-мейкер, который ливнул, вообще там с ума сошел, какие-то ставки, какое-то казино, короче, жесть какая-то, посмотрите просто видео Алимерика, или вы уже его смотрели, там про Crazy Pete много чего есть, и про суицид узнаете. Ну а дальше у нас Noctafly. Noctafly и его попытка суицида в качестве просто того, чтобы его простили. Он совершенно не был склонен, не хотел, и это самый фейковый, наверное, суицид, который только был, потому что это самый даже нереалистичный подход. Вот как он нереалистично хакал уровни, так он нереалистично и типа хотел выпилиться. Ну а дальше идет у нас Анабан, и вообще человек, у которого беды с башкой и так далее, и вот, в принципе, этот Анабан хотел выпилиться, об этом я тоже много раз рассказывал, в видео ГДшеры, потерявшие себя. Там был Анабан и подробнее про его суициды. Видите, как много мы ситуаций уже на самом деле обсудили, какие они все разные. Кто-то врет, кто-то нет, кто-то преувеличивает, кому-то поддержка нужна, что-то еще. И это все очень интересно, но есть еще один персонаж. Ивав. Говорят, что Ивав появляется в каждом видео. Этот человек в 2017 году вообще играл в Синий Кит. В 2018 у него были реальные попытки, и те, кто его знают, допустим, там The Hawks Game, может, его знает, может, еще кто-то с ним близко общался, понимают то, что он может в один момент просто там порезаться и так далее. Типа у него такое просто состояние, это не значит то, что его надо лечить, не значит то, что он больной на голову, это просто такое состояние, от которого просто так не избавиться, и это не суицид в 0 лет, он постарше вас. Вот. В чем прикол? То, что из-за того, что его не добавили в Demon List, его это сильно огорчило. Вы сейчас скажете, суицид из-за Demon List, а что за херня? Нет. Дело в том, то, что его огорчил не факт того, то, что в Demon List его не внесли, а факт того, то, что он все делал зря. То есть он действительно хотел начать играть Legitna для того, чтобы просто расти по топу в Demon List. То есть это не просто сайт Demon List, а это прямое отображение конкуренции. Это то же самое, то, что либо вы можете играть в GD и фармить звезды, либо вы фармите звезды, но вы отображаетесь в топе. Если вы отображаетесь в топе, вам куда интереснее, больше мотивации. Вы в топе, вы понимаете, что происходит, а не в тупую фармите звезды, не понимая, где я, кто я. И его это очень сильно огорчило. Сначала он пытался ребитнуть с лайфкамом, в принципе, за Golden. И в один момент он просто, получается, психанул, уже не выдерживал, разбил свою G502, разбил свою G102. Играл на офисной мышке, и на офисной у него больше ничего не получалось. Он, короче, просто непонятно, что там в темноте было, но эти видосы он не скинул. Но после этого у него рука, естественно, рассечена, и он этой кровью, получается, вот здесь вот достаточно много крови, написал, типа, I hate Demon List, и отправил это Паку. Паку такой, братан, что случилось? И дальше, да, ему было насрать. То есть ни телепрасити, ни Паку ничего не написали. Абсолютно ничего. То есть им похеру. И он после этого пропал на пару дней. Сейчас он вернулся, но как-то он вообще, какой-то он вообще вялый, вообще капец полный. И там реально была речь про суицид. Не только по этой причине, но эта причина добивает. И самое интересное, то что вот эти все твиттеровцы, если там какой-то, блин, Криспи даже не говорит про суицид, просто исчез на 6 часов из сети, это уже все, суицид, ребят, паника. А тут и Паку, и телепрасите, им насрать то, что человек в ужасном состоянии пишет кровью им послание, они даже ему не напишут. Понимаете? Жесть какая-то, абсолютно. Мне кажется, то, что если бы он прям в прямом эфире пруфстрима повесился, им было бы насрать. Это никто в Твиттере даже не поднял бы эту тему. Я не знаю, как это работает, но они очень сильно любят своих и очень сильно не любят нас. Все это было обсуждение всяких ситуаций, основных про суициды ГДшеров, настоящих, ненастоящих, естественно, суицидов, а не ГДшеров, ведь тут только настоящие ГДшеры, и смотрели меня только настоящие ГДшеры, всем пока.